Итак, всем привет, это Спанч Боб. И нет, мы не продолжаем ни во что играть, просто хочу как-то сказать, поздравить вас с юбилеем, который я пропустил. Потому что уже на моем канале 59 подписчиков. Каких подписчиков в этом? Видео, не подписчиков, у меня 59 видео. И юбилей в том, что я пропустил видео, потому что, ну, его нужно было сделать, когда у меня было только 50 видео. Но вышло так. Я очень рад, что я делаю видео. Я рад, что вам нравятся эти видео, вот так можно сказать даже. Поэтому, вот так, с юбилеем 50 видео, конечно. Я думаю попробовать делать нарезку смешных моментах во всех моих видео. Но она будет не очень, думаю, скоро. Почему не скоро? Это завтра и послезавтра, не в этом видео. Просто хочу вам сейчас поздравить себя и вас с юбилеем, потому что это уже 59-е видео. И пока у меня качается одно другое видео, я снимаю это видео и думаю, вам тоже нравится, что меня юбилей, хотя я уже не знаю, точно скоро будет нарезка смешных моментов, через, ну, кажется, либо завтра, либо послезавтра. Всем пока, с вами был Спанч, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если не подпишетесь, не поставите лайк, то, наверное, нарезки не будет. Да кому я говорю, нарезка будет все равно, поставить лайк или нет, и не подпишется, и тогда нарезка все равно будет. Только я не могу обещать то, что нарезка будет очень уж очень смешная, я проверю всякие такие разные моменты. Может, я даже сделаю